Благоустройство прилегающей территории улицы Пионерская, 7 стало возможным благодаря инициативе жителей, активной гражданской позиции, их заботе о ветеранах и большому желанию сделать свой дом комфортным и уютным. В подъезде установили пластиковые окна, произвели ремонт подхода к подъезду и пешеходной дорожке, заменены и покрашены старые ограждения палисадников, озеленили территорию, поставили красивые лавочки у подъездов. Я надеюсь, что мы будем бережно относиться к тому, что мы уже сделали. И будем стремиться к тому, еще сделать наш двор, к тому, чтобы сделать наш двор еще краше. Чувство сопричастности к общему делу, направленному на улучшение собственной жизни и жизни других людей, это главное и важное условие данного проекта. Подъезд, в котором произвели ремонт, проживает труженица тыла Великой Отечественной войны Маргарита Ивановна. В марте ей исполнилось 93 года. Именно в ее честь был создан тост «Победа». По традиции, в честь открытия обновленного двора и подъезда разрезали красную ленточку. Также в этот день на территории ТОС появилось дерево, олицетворяющее благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их труды и подвиги. На мероприятии была организована выставка, посвященная 75-летию Победы. Юные жители Пионерской 7 поздравили ветерана, подарив ему открытку, сделанную своими руками. Анатолий Карпов, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.